Всем привет, с вами Кири, и сегодня я вам покажу гайд по такому классу, как маг. Итак, маг — это сам по себе класс, и значит нужно выбирать всегда альбом Авеля, на альбом сервере и тому подобное. Так. Сделаем ему бронь, старт. 99 ГГ. Так. Так, вот, выбор биш. Какие нам нужно вообще магу? Бижи, кольца и тому подобное. У мага высокая маг-защита и низкая физ-защита. То есть будет логично сделать ему ремень льва и ожерелье льва. Но 99 ГГ еще дает пение, так что лучше сделать его, чтобы мало шансов было подойти у Вара, у Сина или у Стража. Так, кольца. Кольца вот из этих двух лучше делать на пение себе. И пуху делаем интовскую. Итак, как раскачивать статы? Ну, для начала нужно раскидать статы, то есть силу под броню. Кидаем 54 силы. Ага, раскидали. Я же было не опух. Иди нафиг, валка. Так, наставник пути выбираем. Нет, так. Выбираем хоть что. Итак. Все, мы сотовый левел. Иди сюда. Так, смотрим. На сотом ЛВЛ у нас будет 495 статов. Как их раскидать? Уйди. Под силу. Для начала, как я уже говорил, 54 силы. Раскидаю это сам, без кликера пока весь. Так. Везде хватает? Все супер. Так, сохранить. Теперь раскидываем интеллект. Некоторые делают, конечно, не такой вот билд, какой я собираюсь вам показать. Некоторые делают, в основном, силу качают. Интеллект, ну, под хэви бронь. Но это уже, мне кажется, фигня полная. Он, конечно, будет, ну, как бы не будет падать от физов. Но и прям такого дамага он нанести не сможет им. Так что лучше сделать инт. Класс, а потом уже одевать там физ-бижу и все подобное. Ну, конечно, 99 лучше эту делать, а что ниже, если там пения нет, то тогда лучше уже делать физу. Итак, сейчас мы все раскидаем тут по-бырому. Все, пошло. Так, сохраняем все это. Еще интеллект придает много маны и большую магическую атаку. Итак, одеваем колечки.
мы привязываем. Так, все мы делим. Итак, что у нас получается? Что у нас получается? У ремня само по себе минус трепение. И еще допстат тоже минус трепение. Тут уже все так оно и есть. Допс пение. Ну, в принципе, это еще маленькое пение как бы идет. Еще тут на колечках пение. Минус 12. Ну, это камень очень мало. Итак, каковы же плюсы и минусы мага? Первый плюс – это огромный дамаг. Второй плюс – то, что вот если вы начнете качать мага на официалке или на каком-нибудь PvE сервере, то вас будут брать практически в любой данж и тому подобное. Потому что, во-первых, из-за дамага. Во-вторых, у мага есть такой скилл, как тарелка. Или ёлка, сейчас найду его. Вот он, огненная буря. Или это не он? Да нет, это как раз он и есть. И изучить эту тарелку можно 29-го было. И хорошо этой тарелкой разносить кучу мобов. Так, еще третий плюс мага, то, что у него большая маг-защита. Как у любого инта, конечно, но все же. Так, минусы мага, это то, что его может пробить практически любой физ. Второй минус, то, что у него мало контроля, то есть мало станов. Есть у него, конечно, не согласка, но от нее толку очень мало, потому что все равно противник может бегать, передвигаться и тому подобное. Еще есть стан на 2 чи. Вот она, не согласка. Вот стан на 2 чи. Изучает он 59-го вэлла. Станет он на довольно долгое время. Можно уже как-то попытаться раздамажить своего противника, но все же. Стан это вот только 2 скилла. Дальше есть у нас такие дефы, как атака земли. Он наносит цели небольшой урон и уменьшает на некоторое время защиту от огня, воды и земли. Как раз у мага скиллы делятся на 3 ветви. Это огонь, вода и земля. Ну и дефы, и прыжки. Вот он прыжок. Очень полезный скилл при том, когда вар к вам приблизится и захочет кинуть стан, можно кинуть этот скилл, и вы отпрыгнете от него на приличное расстояние. Дальше есть такой скилл, как смертоносный град. Он замедляет противника. То есть все же, хоть и не контроль, но все же какая-то польза от этого есть. Что же еще? Что-то я еще забыл. Так, жертвоприношение тоже с некоторой вероятностью может кинуть стан. Также есть у мага бафы на огонь, воду и землю. Ну, земля не только от земли дает защиту, а еще от физы. То есть всегда лучше юзать этот баф, а не этот и этот. Так. Также есть бафы у мага на своих союзников. Это обморожение. То есть, когда маг кинет этот баф на какого-нибудь своего союзника, то у него увеличится урон от воды. То есть, ну, не увеличится, а еще и придаст урон от воды. То есть в зависимости от того, что он будет своей атакой лупить, так он еще будет и уроном от воды бить.
Также есть хил у мага. Он такой стандартный, маленький хил, небольшой. Это утренняя роса. Может тоже кидать не только на себя, но и на своих союзников. Итак, давайте же подведем, стоит ли вообще качать мага. Если так, то этот класс, конечно, очень даже хорош. Из-за дамага, как я уже это говорил несколько раз. Конечно, лучше. Тарелка у него тоже, но не так ценится, как у стража. Но все же, мне кажется, что даже у мага тарелка лучше, потому что он маг сам по себе домашний стража будет. Но все же, под кучей мобов маг навряд ли выстоит. Вот это, как, например, в Уфе. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. В принципе, конечно, мага можно качнуть. Класс хороший, это интовский хороший класс. Просто супер можно, я бы сказала бы. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.